Всем привет! За последнее время мы с вами немало уже откатали в КП и очень часто видел там машины, собранные с улучшенными АГСами на Гарпии. Сегодня мы как раз на одной из таких покатаем. Посмотрим, что она может. На борту два апнутых АГСа, Гарпия, Финвал, Омамори, радар-детектор и Нерпа. А у рога реликты. Реликты Милика и два мини-ганщика. Господи, это вообще что такое? Крокодил какой-то. Сейчас поедем его забирать. У нас, кстати, машина, которая вообще оружия не имеет, вон там пошла. Она убивает чисто ускорами и бамперами. Если я правильно понял ее конструкцию. Так, ну кто у меня здесь самый первый? Милик? Милик. Поехали, Милик, со мной, давай. Милик, как дела? У Милика дела что-то вообще не очень, судя по всему. Вот и прекрасно, вот и хорошо. Так, ты следующий, да, я так понимаю? Прям желаешь, прям напрашиваешься. Да хватит вокруг столба со мной гонять, ты зараза такая. Блин, дробал справа какой-то. Или мне показалось? Одно оружие минус. 1300 уже накидал, хорошо. Так, ладно, я думаю, здесь сами заберут. Что здесь? О, привет, песчинка, как дела? Гуляй. Это был как раз тот самый крокодил. И последний враг. Где-то. Ух ты, блин, привет! Вот это было внезапно. Последний враг готов. И сразу же за первый бой 900 очков и МБПХ. Нормально вышли. У врага тоже есть АГСник, но он собран на кванте, так что там, скорее всего, беда. Легендарный инвиз, вот это вот надо быть аккуратным. Апнутые смерчи тем более. Так, наш Гравик, судя по всему, знает свое дело, сразу разогрел их, но только он, по-моему, без легендарной кабины, да, поэтому нагрев он забросить не смог, без этой, как ее, каме. А враги там что-то куда-то кругалям пошли, давай попробуем их приманить вот так вот хотя бы как-нибудь. Оп, первого приманили, судя по всему, ага, пошел замес. Сейчас попробую с тыла зайти, что-то здесь ты меня видишь? Да, ты меня видишь, походу, ой, это тоже АГСник, кстати. А, это тот самый на кванте, да? Ну, видимо, да. Других-то у них особо... Блин, нет, погоди, я лучше разогретого пока что. Потому что если его разогрели, то надо юзать этот бонус. Ай, как не вовремя перегрев. Но перегрев, в принципе, всегда не вовремя. Перегрев вовремя вообще не бывает. Правильно же понимаю? Правильно, скорее всего. Вот это было сейчас на самом деле очень хорошо, что дроболот не смог меня подтаранить и зафейлить мне динамику. Что-то мы вроде их как бы таскаем. Убиваем, а подыхают все равно союзы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, уже заберем его. Давай. Блин, опять перегрев. Да что ж ты такой? Он хпшные детали подставляет, правильно делает. Если поставит кабину, то я его быстро заберу уже. Ай, да когда ж ты сдохнешь? Аллилуюшки, блин! Не вижу ни хрена за этими дымами. Ага, все, ладно, готово. Фу, капец, это было непросто. 1230 очков и МВПХ, второй бой подряд. Вот насколько сразу веселее становится геймплей и бодрее эмоции, когда берешь такое оружие, а не как вот у нас было с копейщиком, например, в предыдущем бою. Вообще тоска зеленая. Прямо оживаешь как будто вообще. Дзюбока. Внезапно в КП с капканами. Вот фортунки это будет весело. Еще двойной палач. Так и думал, что сюда сейчас канистра прилетит. Так. Выбиваю. Отлично. Нифиг ему в инвизе сидеть. Сейчас попробую. Блин, хойер меня запалил. Да, запалил. Запалил меня хаверюга. Оп. Хойер. Ах, блин. Друзьяшки его пришли. Так, ладно, сейчас мне повезло, что мои друзьяшки тоже пришли, аллилуйшки. Повезло просто-напросто, что капкан меня там не задержал. Ну чё, кабан, а ты не кабан, ты фортуна, получается. Давай я доем ховера, которого начал. Он что-то его не доедается. Блин, палач, ты меня достанешь когда-нибудь. Да ёптер, все, отбили все-таки оружие. Да, и кабан, а у нас один вообще уже минус. И союзнички мои пришли сейчас. Не знаю, смогут все это добить. Так или иначе, ладно, вышел тут на последних соплях, пойду попробую базу хотя бы покрутить. Ясно. Видимо, это бессмысленно. Последний союз копытился. Ну что ж.
У врага там соклановцы. Милик, Милик, автопушка и тошики. Причем соклановцы, милики в команде будут действовать. Судя по шикарному плану в начале катки, нас ждет фейл. Ага, да, сейчас, фиг тебе, понял? Фигушки. Так, он теперь пытается убежать, сейчас по мосту пойдет. Я вниз занырнул. Блин, там милик нашего гоняет, погоди, стой, надо помочь. Оп. Он еще и с Харибдой. Ну давай за мной, давай. Давай, у тебя есть еще одна попытка. Но не тупил. Да, еще один грозный воин, я понял. Без проблем. И у нас тошками еще, ух, чё. Пипец, они меня тут оттеснили, смотри, пытаются там что-то сделать. Ладно, я все равно уйду. А где союзы все? Ну, как бы, что я могу сказать? Классная катка! Что-то у меня такое ощущение, что я сейчас был самый полезный из всей команды. Бывает. 208 очков и топ по команде. Он нормально, в принципе, с учетом того, что я последний раз ЭГС держал в руках черный, это когда мы побеждаем, вылезаем в топ, мы проигрываем, все равно вылезаем в топ. Это о многом говорит. Причем это АГС после нерфа. Не так давно же был нерф этого гранатомета. Что он до нерфа вытворял в КП, вообще страшно представить. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!